но весьма интересный. Также отвечу еще на один вопрос, раз уже такое пошло дело, который был у клиентов и в YouTube в том числе спрашивали, на какой разъем подключать второй микрофон. Да, есть три, сразу пока запускается, вижу, что произошло. Можно подключать на тот, что был, можно подключать на дополнительные из RCA и можно подключать на специальные два места, там есть подготовленные на плате. Итак, видим, что прошивка стала. И более того, она работает. И даже появилась инструкция на нее. Ну что же, есть мануал. Отлично. Ну, не будем вас задерживать дальше. Видим, что все у нас получилось отлично. Кстати, видите, есть Jansun Security. Уже более детально разберемся над этой прошивкой. И сделаем небольшой ее обзор. Этот обзор будет в следующем видео. Подписывайтесь на канал, дорогие автолюбители, и ждите. Я расскажу, что собой представляет новая прошивка Jansun UE3.